Привет, что делаешь? Ой, я не хотел тебя пугать. Да ничего страшного. Я могу у тебя блоки одолжить? Да, конечно, сейчас принесу. А какие тебе нужны блоки? Я уже взял, спасибо. Да, пожалуйста. Не нужно тут ничего строить. А где я буду ночевать? У меня дома можешь, например. Ну не знаю, мне не хочется тебя напрягать. Да ты не будешь меня напрягать. Разумеется, не буду. Все, хватит, остановись. Почему? Потому что это моя территория, и я не хочу, чтобы ты здесь что-то строил. Понятно? Да я всего на одну ночь, завтра снесу. Не надо, ты не успеешь. Что? Достроить свой дом. Сарай. Сарай. Видишь, уже солнце садится. Нет. Ты в любом случае не успеешь, поэтому давай лучше ты у меня переночуешь и все. Ладно, уговорил. Вот здесь ты можешь расположиться. В моем сарае было бы лучше. Да, но его нет, поэтому придется довольствоваться этим сырым, темным, холодным подвалом. Спокойной ночи! Ты почему не спишь? Алло, подвал! Ты здесь? Зачем ты мне... Туннель какой-то выкопал. Ай, тут как ты мне дорог. Все-таки построил свой сарай вонючий. Он что, по иголкам этого кактуса забрался, что ли? Это все из-за увеличительного стекла. Здорово, да? Погоди, ты как через мою систему охраны пробрался? Ты про тот кактус? Нет, я про рычаг, подключенный к поршню. А как он мог меня остановить? Получается, что никак. Блин, жаль. Да, жаль очень. Слушай, а ты мне вообще собираешься объяснять, на кой черт ты все это построил? Да, конечно, иди в третью дверь слева. Здесь заперто. Сезам, откройся! Ну так что? Чего ты молчишь? Ладно, если не хочешь, не объясняй. Давай просто снесем этот сарай твой и все. Это невозможно. Почему? Сарай будет вечно ремонтировать себя и самостоятельно расширяться, создавая новые комнаты и коридоры. И коридоры. И коридоры. И коридоры. Да все, что за чушь? Ладно, допустим, что это так. Как тогда это исправить? Я не знаю. Я не разбираюсь. А как ты тогда... это сделал? По туториалу. Чего? Какому еще туториалу?
Сарай — это не просто строение. Это живая, дышащая тьма, поглощающая разум и души тех, кто посмеет приблизиться к его гнетущему величию. В его покоях шепчутся призраки, а стены сочатся кровью тех, кто не сумел выбраться из его зловещей паутины. Остерегайтесь сарая, ибо он не дарует покоя ни живым, ни мертвым.